Вот они, два щенка Алитиных. Разнотипные. Один пошел в папку. Вот он, мальчик головастый, который. И один вот в таком типаже. Тоже мальчик в Алитку. В общем, вот они, два кобелька. Очень много людей просили показать щенков. Они сейчас уснули. Домой вот на социализацию принес их, чтобы они немножко привыкали к рукам. Все-таки, когда есть волчья кровь, всех щенков я социализирую, беру вот так в дом. И бывает, ну, примерно плюс-минус там 30-40 минут. Потом обратно отношу к мамке. Луйкиных тоже вот, они уже там вовсю тявкают, вовсю дерутся. Выясняют отношения. Эти ребятки будут желтоглазыми. Голубые-голубые глаза. Но у Луйки тоже, кстати, голубоглазые там щенки. Вот этот прям на Алитку похож в детстве. Мальчик будет как Алита вырастет типажом. Вот это вот Олаф. Смотрите, какой медвежонок. Черноносенький пока. Красавцы. Вот этот более белей. Вот этот как Алитка. Вот в таком окрасе кремовом. Это не малыши какие. Открывай глазик, открывай. Тюленчики. Что-то им снится.